Good morning, Apocalypse! This is Carla Montes coming at you live from Shelter, Colorado, where the forecast today is sunny with 100% chance of zombies, 70% chance of infected horrors, 30% chance of mutants, 5% chance of heat lightning. Sure is great that human societies dissolved into a bunch of shouty little factions who'd sooner stab each other to death than deal with their zombie problem, huh? Get out of my way! In related news, for the first time in a long time, we here at the Shelter are recruiting new members. And not because raiders broke through our defenses and kidnapped everyone except me. We're just really friendly. Consider a career in farming, animal husbandry, or saving me from the horde of zombies I just spotted on the horizon. So, until I run out of food, this is Carla Montes signing off. Stay safe out there, dummies. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в одну игру, которая называется Dead Rivals. Это ММО Зомби Апокалипсис. Ну и как, ребята, мы видим, у нас здесь доступно три персонажа. Это значит, получается, Амбал с разводным ключом, ну, видимо, танк. Что ж, неплохо. Девушка с двумя револьверами. Не знаю, наверное, скорость у нее или еще чем-нибудь. И вот такой вот паренек, за которого я и буду играть. Так, теперь давайте ему выберем имя. Какое-нибудь хорошее, да? Plan, West, Counter. Нет, давайте что-нибудь попроще. Вот, Food, почему бы и нет. Так, выбираем себе автомат. Да, наверное, пойдет. Также, ребята, здесь можно изменять прическу. Давайте, нет, ну не эту же, елки-палки. Давайте другую, которая была. Мне она больше нравилась. Вот, вот эту оставим. Так, и что тут еще можно, видите? Во, вот так будет шикарно. Самое то, что надо. И можно поменять ему футболочку. Так, давайте что-нибудь такое простенькое, чтобы не броским оно было. Так, отлично. Ну и в принципе все, ребят. На этом характеристика кастомизации закончилась. И идем в игру. Помогите, помогите кто-нибудь, пожалуйста, кричит София, убегая от кучи зомбарей. Ой, она упала, елки-палки, надеюсь, встанет, успеет. Да, успела, молодец. И тут у нас, смотрите-ка, Амбал с разводным ключом, он бьет зомбарей. Довольно неплохо, и теперь включаюсь в игру я. Так, мне показано, что я должен тут стрелять их всех. Ладно, это мы сделаем. Так, поворачивать камеру, это вот так. И теперь у нас задание, поговорить с маленькой девочкой. Ну что ж, хорошо, давайте добежим до нее. Так, отлично. Ну что ты нам расскажешь, София? Спасибо вам большое, что вы меня спасли. И так далее и тому подобное. Игра, правда, не русифицированная, жалко. Ну что же, надо идти к воротам. Так, ворота, действие. Так, ага, мы их ломаем. Отличненько, ребята, пробегаем дальше внутрь. Ёлки-палки, прицепился зомбарь. Давайте быстро тапаем. Ага, вырвались мы и расстреливаем, отлично. Дальше нам нужно подбежать к машине. И что здесь будет? Так, опа-на. Девушка взрывает тачку, это дает нам проход. И тут куча зомбарей встает. Ну, сейчас, естественно, нам надо будет с ними разобраться, со всеми. Так, расстреливаем их всех. Давай, 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 расстреливай, елки-палки. У него перезарядка, оказывается, была, а? Ты посмотри, как вовремя это все. И я смотрю, там кто-то лежит труп. Это, наверное, папа этой Софии. Скорее всего, мне почему-то так кажется. Что мы там делаем с ним? Опачки, ребята, это кто такой тут идет? А, это не папа был, там написано, это был дядя. Uncle дядя, значит. Ну, он погиб. Так, и у нас тут, смотрите, ребята, первый какой-то босс, что ли, я не пойму. Ну-ка, давайте-ка его накумарим. Получи жиртряс. Ух ты, он еще плюется, ребят, смотрите. Кислотой причем какой-то. Так, угомонись-ка. Ну, хпшки у него довольно быстро отнимаются. И, ребята, все, мы его победили. Квест комплит. Выполнили первое свое задание. И опять же надо поговорить с Софией. Ну что ж, София, мы тебе помогли, ты убедилась, что твой дядя погиб. И нас, ребята, отправляют в убежище, посмотрите.
Так, ага, зомби-ферма. Нет, это не то. Вот, варихаус. Отличненько. Нажимаем. Квест комплит. Ну что ж, ребят, давайте приступим. Я в нее уже малость поиграл. Как видите, у меня второй уровень. Так что давайте смотреть. И у меня очередное задание. Так, что там у меня надо? Куда-то я телепортируюсь. Я вам скажу сразу, игруха мне очень понравилась. Довольно прикольно сделана. Так, и у нас с вами здесь задание. Давайте посмотрим, что нам здесь нужно сделать. Так, патронов у меня 600, как видите. Вот 80 у меня в обойме, 600 в общем количестве. Есть граната, есть такой, так скажем, кувырок. Так, патроны брать бесполезно. И вот у меня высвечивается очередное мое задание. Надо мне идти туда. Ну что ж, давайте пойдем. Нечего этим гадам здесь делать. Хорош пыхтеть мне. Так, куда у меня там? Надо идти туда. Ясно. Ага, какой-то сейф у нас здесь стоит. Давайте-ка его посмотрим, что тут в нем такого хорошего. День 12. Эй! Отвали! Ну, тупырь! Кто там кричит? Кому помочь нам еще надо? А, перезарядка не вовремя. Так, ладно, давайте смотреть, куда он мне показывает. Куда? Не понял я немножко. А, все, врубился, ребята. Вон туда нам надо идти. Главное подальше от этих зомбарей держаться. И смотрите, у нас здесь какая-то очередная группировка. Как всегда, будут сейчас мне давать задание какое-нибудь. Нафиг, нечего им здесь делать. Ну давай, рассказывай, мужик, что тебе надо. Так, какие-то непонятные, в общем, задания. Да кто меня бьет? Ёлки-палки, зомбарь сзади стоит. Блин, зря я, наверное, такую камеру сделал. Надо было сделать от третьего лица. Ну что же, погнали. Так, мне нужно, ага, собрать груз. Ладно, соберем сейчас с вами груз этот. Хорош, идет он тут ко мне, а. А ты куда? На нафиг получил. Сейчас будем собирать с вами этот груз. Вот здесь, как видите, полоска. Три пакета, что ли, нужно собрать, да? Еще заберем. Склипкнот. Так, и еще могу забрать. На одной точке собрал весь груз. Замечательно. Так, ну что же, пора его сдавать. Так, куда мне идти теперь надо? Куда-то сюда. Ага, стоит большой босс, на которого мы работаем, якобы, я так понял. Ну да, все, let's go. Поехали. Я получил, ребята, 4-й уровень, мне дали кучу ресурсов, довольно неплохо, и мы возвращаемся, я так понимаю, в убежище. Ну что же, мы прибыли. Так, давайте, пойдемте сдадим с вами задание это. Опять этот босс тут стоит, с которым нам все время надо встречаться. Он, в принципе, как бы лидер здесь военных этих. И постоянно нам выдает всякие задания. 5-й уровень я получил. И опять в убежище. Так, что у нас здесь? Мы открыли какой-то комплект. Отлично, это меня устраивает. Крафтинг. Мейк. Опа-на. По ходу дела мы, ребята, с вами, да, конечно, одеваем. Улучшили с вами винтовку. Так, давай вот этот вот мы поставим с тобой. Сколько ты будешь мне давать времени? 17 часов, чтобы получить 50 кристаллов. Очуметь. Ладно, какое задание следующее у нас? Идти туда. Ну что ж, погнали. Так, подождите, дайте-ка я соберу вначале реворд весь. Так, отлично, отлично. Так, и у нас еще есть ящик. Надо его посмотреть, что в нем будет. Так, какая-то деталь нам досталась. Так, а что мы можем еще по крафтингу сделать? Ага, значит, мы сможем с вами... Так, это все, что в данный момент у нас есть. Так, а здесь у нас... Ладно, здесь нам ничего не надо. Блин, винтовка.
1985 дамага. Ну-ка, а если мы еще разок улучшим? У нас как раз есть детали, ребята. Есть какой-то лимонный сок или что-то такое. И трубы. Давайте сделаем. Так, отличненько. О, дамаг стал 2405. Конечно, я его одеваю. Так. И нам надо с вами еще, знаете, что глянуть. Так, друзья, тры-пыры. Так, что у нас по скиллам? Так, давайте авто... Нет, автоэквип не получится сделать. Так, здесь мы сделать, по-моему, ничего не сможем с вами, да? Так, скиллы у меня еще не изучены, они закрыты. Жаль, конечно. Было бы довольно неплохо. И тут очень много всяких всевозможных. Так, дом. Ну, а это у нас, как вы понимаете, прикид. Опять же, он покупается за деньги. За игровые. Так, у меня что, ничего не одето? Или у меня ничего и нету? Вау, я, оказывается, ребята, голиком бегаю. Хорошо, давайте тогда... Что у нас здесь еще сделали? Какой-то реворд. Давай-давай, забираем. А, это мне потом предстоит. Так, ладно, тогда мы сейчас с вами попробуем что-нибудь себе смастерить. Хватает? Хватает. Делаем. Так, отлично. Да, я одеваю, обязательно надо одевать экипировку эту. Так, перчатки хватает у меня? Да, хватает. Обязательно одеваем. Так, защиты 10. Все отлично. Да, тоже одеваем. И нужно, наверное, мне ботиночки заклепать. Все, жалко, мне на наколенники не хватает, конечно. Как бы мне хотелось. Но пока не судьба. Все, вроде бы все пучком. Сейчас единственное, что нам надо сделать, это... А, у нас уже все одето. Вот, не хватает у меня броника, как вы видите, и наколенников. Но пока и так нормально, побежали, короче. Так, тут нужно выполнить задание, и я получу реворд. Ясно все. Ладно, бежим смотреть, что там у нас. Так, вот я вижу чувачка, который нам выдаст сейчас задание. Фига у чуваков автомат электрический какой-то. Нормально. Ну давай, рассказывай, что тебе надо. Эй, друг, добро пожаловать на арену. Да иди ты своей ареной. Так, мы получили ресурсы. Гоу. Опять нас куда-то телепортируют, а? Получили задание и опять нас выкидывают куда-то. Побежали, посмотрим. Так, что здесь такое, я не пойму. Ну-ка нафиг давай, иди отсюда. Ловится куда-то. Чего вы там хотите, а, найти, уроды? Блин, надо их валить всех. Так, что-то я... Ё-моё, куда мне в какую-то кучу? Иди отсюда. Ага, тут нужно собрать еще какой-то груз. Хорошо, давайте собирать с вами, ребят. Этих уродцев всех расстреливаем. Они нафиг нам здесь не нужны. Так, и собираем потихоньку груз. Давай-ка. Отлично, блин, тут дофига придется нам мешков-то собирать. Да отвали ты! Ты смотри, а! Ё-моё, перезарядка как не вовремя! Давай, вали, 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 вали! Все, блин, нафиг. Фига они, все они там сидят. Совсем, я смотрю, припухли. Ё-моё, сзади прет, а! Так, дай-ка я еще один здесь соберу. Сколько мне еще, наверное, мешка 2 надо будет брать. Да отстань ты от меня, а. Сдохни, мразь. Отлично. Так, что у нас тут? Еще мешок. Еще один, да? Еще один, ребята, надо поднять. Выпрыгнул уже из сена, смотрите. Идет. Все, отлично, нафиг сматываемся отсюда. Так, я нашел еще перчатки там, как вы видели.
Так, надо отсюда сваливать побыстрее. Джейсон там что-то мне кряхтит, орет. Тихо нафиг. Пойдемте. Так, поговорить с Джейсоном Грином. Значит, да, у нас задание. Давайте поговорим с ним. На, брат, свой груз. И опять в те дебри. Ну, гад, а. Станция Грея. Так, этих надо говнюков всех тут поубивать. Давай, перезаряжайся быстрее. Ух, я так понял, мне вот этого нужно, чувачка, убить. Да-да-да, именно вот этого лопуха. Все, шикарно, я получил наколенники. Как вы видели. И теперь бежим дальше с вами. Я смотрю, здесь очень любят вот этого персонажа, за которого я сейчас играю, с калашником. Их тут вообще, ребята, три. Тут у нас можно играть за Амбала. Он у нас с ключом, с разводным бегает. Можно играть за девушку. Она с двумя револьверами. И вот этот вот паренек, который у нас с калашником. Так, что он мне хочет показать? Кого здесь нужно убивать? Ага, вот этих вот упырей всех, да? Ладно, давайте убивать. Иди сюда. Блин, это уже, ребят, какие-то рейдеры, если честно. Хе-хе-хе. Готов, огурец. Так, а здесь их двое. Ну-ка, давай. Согрелись, согрелись. Хрен там вам. Так, и еще одного последнего осталось нам убить. Отлично, можно, в принципе, сдавать задание. Хрен там сдавать задание. Нас опять куда-то отправлять. Там уже вояки, смотрите, ребят. Дальше идут. Так, перезаряжаемся. Тихо, тихо, какой... А, нет, он не за мной. Я уже думал, он за мной побежал. Так, и что же нам здесь нужно? Подобрать какую-то книжку, что ли? Да, по ходу дела, какая-то книга лежит. Да, я принимаю. Так, очередное место вон туда. В общем, игра у нас заключается на выполнении всевозможных задач и проблем для этих местных жителей, да? Поговорите с Джимом. Ну, давай поговорим. Что ты, Джим? Да, я тебя прекрасно понял. Так, возвращаемся в убежище. В общем, мы здесь все, я так понял, выполнили. Так, вот мы вернулись, ребята. Поговорите с Джимом. Это с каким Джимом? Где-то там Джим у нас находится. Кстати, да, я же получил вроде новые шмотки, да? Мне нужно их апгрейдить. Не апгрейдить, точнее, одеть. Что такое? Друзья. Ну, давай примем тебя в друзья. Раз ты настаиваешь так. Так, а где у нас тут одевать? Я уже забыл, ребят. Ну, вспомни, называется. Где? А, вот, эквип. Эквип. Так, это одето. Слушай, это фигня, это все... Так, перчатки-то надо вот эти вот. Так, это я сниму. А вот это вот, наверное, можно одеть. Бронежилет. Да, мы его одели. Так, и наколенники. Да что ты... Так, одеваем наколенники. Все, отлично. Побежали, ребятушки, на очередное наше задание. Так, смотрите-ка, тут еще чувак какой-то, Шон Морса, стоит. Давайте-ка с ним поболтаем. Что он мне там хочет рассказать? Крафтинг. Да зачем мне твой крафтинг, ё-моё? Что-то ему надо сделать, да? Еще улучшили себе автомат. Ёлки-палки. Нормуль. Так, ладно, давайте-ка по основному нашу заданию, по основному будем идти. Так, тут у нас опять Джим Грин, ну с ним мы должны поговорить. Так, давай рассказывай свои байки, куда ты наш
нас на этот раз отправишь в ферма первого уровня. Технические очки плюс 5. Информация. Так, можно еще апгрейдить. А что это нам дает? Не знаю, ну давайте улучшим. Сколько ждать-то? Ага, секунды тут остались. Ну давайте, сейчас мы подождем. Я хочу просто посмотреть, а что вообще это интересно дает? Я, честно говоря, а, вот, смотрите. Еда плюс 2. И еще какая-то еда плюс 1000. Вместимость, по ходу дела, да? Так, ну что же, шикарно. Я еще могу что ли сделать? Да, я еще могу улучшить, но я пока не буду этого делать. Да, две еды дает мой дом. Да хорош вас уже, блин, все просятся в друзья. Так, ладно. Я побежал на очередное задание. Некогда мне тут с вами лясы точить. Так, что тебе нужно? Кто ты такая? Эми, ну рассказывай, что тебе надо. Так, что ты мне... Ага, вот это еще открывается. Понятно, командный пост. А что интересно в командном посту у нас делается, ребята? Очень интересно мне знать. Ага, ну давай, сделаем. Пускай пока оно улучшается. Так. Я же с тобой разговаривал, что тебе надо-то? Выполнил, да? И опять меня отправляют. Что-то уж больно как-то тут быстро все отправляет. Не успеваешь сделать задание даже, ничего это. Тебя выкидывают куда-то. Так, и я смотрю, здесь у нас... К нему же нужно идти, да? Да, какой-то... Курт. Ну давай, Курт, что тебе надо? Да, новый день, чтобы спасти кого-то. Ё-моё, вот этих вот чуваков придется, что ли, вояк валить. На, гад. Убить тупых зомбарей. Ну, это для меня плевое дело. Оу. А почему? Фига, нормально был баг такой, да? Так, надо перезарядиться нафиг. Так, тут целая куча вояк, блин. И простых зомбарей. Ну-ка, на, гад, получи гранату. Блин, он еще и не сдох при этом, а? Так, сколько еще тут? Наверное, двоих надо чпокнуть. Хотя, все, выполнили мы задание. Блин, теперь сюда куда-то идти. Тихо-тихо, главное их обходить стороной, блин, чтобы они не агрились. Да отвалите вы нафиг, тут целая куча их. Кто там кричит, кому там надо помочь? Кевин, блин, какой-то, а? Ну что ты тут делаешь, а? Прыщ! Все? Да что ж ты... Так, отлично, этого сбили, перезаряжаемся. Гад, получи, блин. Так, это мне куда? Это мне на... Так, хорош мне тут путь переграждать, блин. Отлично, давайте побежим тогда сюда, наверх. Надо нафиг перезарядиться от греха подальше. Я не знаю, что он там бормочет, это Эва. Файер, я тебе сейчас дам. Воу-воу-воу-воу-воу, файер, блин. Так, далее пойдем. Побежали. И сюда, олух. Да не ты, блин, вот этот. Так, ребят, надо перезарядиться и пополнить себе запасы. Вот как раз тут, как видите, стоит ящик, где мы можем пополнять. Все, отлично. Ну что ты тут прячешься? Давай. Очередное задание. Так, Себастьяна теперь какого-то найти, спасти. Воу-воу-воу-воу. Я не пойму,
Эти федералы воюют с копами и в то же... Ой, федералы воюют с зомбами, и в то же время я их должен убивать. Почему? Что это? Баганул, чувак. Поехал куда-то не в ту сторону. Тихо, тихо, нефиг по мне стрелять, уроды. Ё-моё, вот это в логово я в их, что ли, попал? Точно, ребята, блин, сейчас заколбасят. Так, отлично, еще один остался тут, олух. Да давай ты стреляй, елки-палки. Блин, надо немножко, наверное, подлечиться. Так, давай, рассказывай, что тебе надо, Себастьян. Так, теперь спасти, блин, Гарри. Да что ж ты будешь делать? Так, вот этих вот олухов надо завалить, они мне будут мешать сейчас. Да почему ты в того-то стреляешь, дурень? Опять не в того, кого надо. На-ка, выкуси. Получил? Блин, только сагрил всех, ё-моё. Ну что ж, придется разбираться с ними, со всеми тут. Перезаряжаемся. И вон там у нас чувак какой-то еле живой лежит. Этого тоже грохнем. Так, надо забрать патроны. Давай, чего тебе надо-то, браток? А, тут книга какая-то лежит. Ладно, и теперь, я так понимаю, нести ее опять. Нет? А да, вообще-то, какому-то Кевину надо. Так, дайте-ка я, ребят, здесь пройду без шума. Да уж. Прошел, называется, без шума. Давай, беги сюда, чмошник. Что ты там машешь своими ручонками, блин? Все из-за тебя, блин, Кевин. Так, Кевин. Все на одно лицо. Черт, ну как вот, блин, тут пройдешь, а? Опять это Эва. Эва, кто такая, интересно? Ё-моё, тут босс, что ли? Да куда ты гранату бросаешь, ё-моё, я не туда хотел. А вон в этого, в лоха. Ну-ка, давайте кинем туда, в кучку. Ё-моё, нифига у него там хп, вы посмотрите. Давай, кульбит, кульбит, кульбит. Перезаряжаться ты будешь? Смотри, псих какой, а. Так, он отстал. Иди сюда. Блин, и жизнь восстановил себе, да? Это плохо. Давай, 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 без остановки, нафиг. Перезаряжаемся. Так, тут еще этот пришел, ламбал, блин. Ну ладно, хоть поможет маленько. Все, шикарно, выполнили задание. Так, побежали наверх. Интересно, что тут им надо? Так. Воу! Вот, ребята, кстати, амбала вы сейчас только что видите. Вот он бегает с разводным ключом. Так, нафиг, да ты будешь перезаряжаться-то? Все, мы его подбили, да, по ходу дела? Теперь надо сюда бежать. Слушай, надо мне, наверное... взять боеприпасов. Совсем нету дел. Совсем патрончиков нету. Так, отлично. Так, ну что, Кевин, давай рассказывай, что тебе надо сделать. Let's do it. Ладно. И это нам надо идти вот сюда, ребята, вниз. Нет, не вниз. Ё-моё, да тут трить тебе на корень. Посмотрите. Давай-ка вот этого чмошника вальнем. Фига себе, чмошник. Да. Ха-ха. И теперь вот этого, наверное, амбала. Что это он такое сейчас будет делать? Смотрите, он там что-то собирается сделать, прыжок. Но это его не спасло. И мы спасаем какую-то девчонку. Девчонку. Кевин опять же.
Что-то тут везде у нас этот Кевин. Я уже на 12 уровне, ребята. И меня отправляет обратно, по ходу дела, в штаб. Да, так оно и есть, ребят. Что-то мне показывают, что я могу что-то сделать. Я могу, ребята, наконец-то выучить скилл. Ну что ж, давай оденем. Так, отлично, все. И тут еще их, елки-палки, сколько, смотрите. Специалист, блин. Так, ладно, один главный, что мы выучили. Так, общая мощность у меня 12268. Это довольно хорошо, я думаю. Так, и мне нужно, ребят, знаете, что я хочу? Тут есть шоп. Ага. Тут все покупается. Так, шелтер. Давайте с вами, наверное, что-то улучшим. Так, я сделал здание второго уровня. Тут есть еще воркшоп и командный пост. Кстати, вон еда тут уже поднакопилась, я смотрю. Так, я могу сделать до третьего уровня. Или же вот это могу сделать, да? Могу же ведь? Ну-ка, давай глянем. Да, могу. Давайте сделаем тогда здесь еще апгрейд. Так, отлично. Ага, тут еще, смотрите, зомби-ферма какая-то будет. Хо-хоу. Крафтинг. Гоу. Подожди. Эй, тормози. Все, остановился, елки-палки. Я уже думал сейчас. Опа, ну а это что такое? Оу, ребята, а это у нас, оказывается, по ходу дела задание. Да? Точно? Так, давайте-ка, наверное, улучшим себе автоматика. Сколько у него будет дамаг? Нисколько, блин. Так, ну вот этот-то по-любому. А, нет, вот этот все-таки лучше. Давай-ка еще разок попробуем. Поздравляю. 2315 он у меня стал. А здесь почему-то нифига не показывается. Может, это не тот автомат? Ну, выполнил я задание-то это, елки-палки. Level up. Power. Diary. Grow. Материалы. А, все понятно. Ладно. Да что тебе надо-то, а? Что-то высвечивается. Что-то высвечивается, что я не могу понять. Так, ладно. Battle Power 16000. Ага. Ну что ж, ребята, давайте тогда я на этом буду завершать свой выпуск. И увидимся с вами в следующей серии. Если вам понравился, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, будет стимул тогда в нее играть. Ну а если нет, то нет. На этом все. Всем пока. И до скорых новых видосиков, ребята.